Книга Открытым оком, автор Игнатий Тихонович Лапкин. Мы продолжаем наше чтение пособие по беседе с людьми различных убеждений. Урок номер три. Степень и условия познания Бога человеком. В разные времена... Были разные заблуждения в вопросе о степени познания Бога человеком. Одни еретики брались дерзко утверждать, что Бог совершенно постижим для человека, и что человек способен точно так же знать Бога, как Бог знает сам себя. Была и противоположная, не менее опасная ересь, а именно, что Бог совершенно непостижим для человека. Церковь Христова в своем вероучении не разделяет ни один из этих взглядов. Она не учит, что Бог совсем непознаваем. Иначе зачем бы было тогда, зачем бы тогда приходил в мир Сын Божий и проповедовал евангельское учение, в котором возвещаются и главные истины о Боге. Правоверное христианство исходит в этом вопросе из того, что Бога познать можно но только лишь в той степени, насколько он сам открыл себя людям. Начиная размышлять о Боге, следует всегда помнить, что Бог – это величайшая тайна, и никакие человеческие слова не способны выразить ее. Кавычки открыты. Понятие, которое было бы вполне достойно Бога, никто никогда не достигнет, хотя бы соединились все умы для исследования и стеклись все народы для его выражения. Кавычки закрыты. Говорит святитель Василий Великий. Священное Писание открывает нам, что Бог велик и беспределен. Всевышний. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Иова, 9 глава, 10 стих. Иова, 11 глава, 7 стих. Можешь ли ты исследованием найти Бога, можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Римлянам 11 глава 33 по 34 стих. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Бог один только знает вполне сам себя. 1 Коринфян 2.11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. В определенной степени Господь, безусловно, открыл Себя людям. Но узнать полностью до конца, каков Бог, другими словами, постигнуть сущность Божию, на этот человек не способен. И вот почему. Во-первых, дух человека соединен с вещественным телом, и оно, словно непроницаемая скорлупа, скрывает от нашего духа дух Божий. Во-вторых, дух человека омрачен грехом, и поэтому он еще менее способен созерцать святого и праведного Бога. В-третьих, человек, будучи так же, как и ангелы сотворенным, имеет тварные ограниченности, если бы конечное смогло объять бесконечного, он перестал бы быть бесконечным. Богословство, говоря о Боге, надо знать, что человеческий ум имеет неясное и весьма малое понятие о естестве Божьем. Святитель Григорий Богослов, ум которого был проницателен к познанию многих тайн Божьих, за что Церковь и величает его совсем редким для богодухновенных мыслителей титулом «богослов» дает каждому, кто рассуждает и учит о Боге, такое весьма мудрое наставление. Кавычки открыты. И потому благочестие не в том, чтобы часто говорить о Боге, но чтобы больше молчать. Всегда держитесь той мысли, что безопаснее слушать, чем говорить, и лучше учиться, чем учить о Боге. Касаясь возможностей человека в области познания Бога, нельзя обойти и другое высказание свидетеля Григория Богослова в котором он говорит. «Терпит и ныне Господь побиение камнями не только от неверующих, но даже от нас, считающих себя благочестивыми, ибо, рассуждая о бестелесном, употребляем определение, свойственно телесному, а это может быть то же, что побивать камнями. да да простит он нашу немощь, мы не по своей воле бросаем камнями, мы не можем выразить его лучше и употребляем слова, какие имеем. Бывают такие люди, которые думают, что поскольку существо Божие непостижимо, то и не следует рассуждать о нем. Отвечая этим людям, один из авторитетных христианских философов, святитель Кирилл Иерусалимский, говорит, «Неужели потому, что я не могу выпить все реки, не буду и умерен для пользы моей брать воды из нее?» При каких же условиях человек может хоть и, и ограниченной степени – в ограниченной степени, но познать Бога. Истинное познание Бога – это соединение с Ним. Чтобы соединиться с Богом, надо быть чистым сердцем, отвергнуться от всего, что не есть Бог. Кавычки открыты. Напрасно стремится к созерцанию Бога тот, пишет преподобный Иван Кассиан Римлянин, кто не уклоняется от нечистоты пороков, ибо Дух Божий удалится от лукавства и не будет обитать в теле, Порабощенному греху кавычки закрыт. Святитель Иоанн Златоус, считая, что условием познания Бога является святость, пишет: Если хочешь увидеть святого, стань святым. Познать Бога человек не может без помощи свыше. Святитель Иустин Философ об этом говорит так: Людям невозможно узнать, сколько высокие, столь высокие и Божествен истины, не по естеству. Не через деятельность ума, но только посредством дара, который сходит свыше на святых мужей. Об этом говорят и другие святые отцы церкви. Никто не может войти в богословие и сказать ничего достойного о Боге, пишет преподобный Никита Стефат, как только духом святым. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, сам Господь положил тьму по своих тайн. И нужен некий великий свет Всесвятого Духа для постижения этих сокровенных тайн. Как же ты, еще не сделавшийся обителью этого света, пытаешься познать то, на что не имеешь сил, как еще несовершенный и непросвещенный? Теперь поговорим о Боге как всесовершенном духе и о свойствах Духа Божьего. Господь Бог не ветхий старец, сидящий на вещественном престоле в заоблачной доли, а в дух. Каков Бог и где Он пребывает? Сколько раз задавался и задается этот вопрос самыми разными людьми, но все ли они находят на него правильный ответ? И где содержится ответ на этот вопрос? Вообще, имеет ли вопрос о Боге значение для человека и какое оно? Есть люди, которые вульгарно представляют себе Бога, в образе Ветхого Старца, сидящего где-то за облаками на престоле, из драгоценного материала. При таком понятии о Боге эти люди склонны считать, что поскольку ни самолеты, ни космические корабли не встречаются с таким человекоподобным Богом, значит Бог не существует. Что можно возразить на такое невежество людей в вопросах веры и религии? Святое Писание нигде не утверждает, что Бога в образе человека можно встретить или увидеть в просторах Вселенной, будь это в околоземном космосе, на Луне, на Венере, Марсе, за пределами нашей галактики или той непомерной дали, где сравнительно недавно были обнаружены квазары. Кто-то может возразить, что, мол, на иконе Господь Саваоф, ветхий деньми, изображается Господь Бог в образе Старца. Но ведь это не дает никакого основания считать, что Творец всего видимого и невидимого имеет на самом деле такой образ. Икона изображает не то, каков Господь Бог в действительности, но то, как Он видимым образом открыл себя пророку Даниилу в видении, возвещая о последних днях мира. Рассуждая о Боге, создавшем людей, говорит святитель Афанасий Александрийский нужно представлять его не по подобию человеческому, но иначе и выше человеческого естества. Некоторые говорят примерно так. «Покажите мне Бога, или пусть Он сам мне покажется, и я тогда стану верующим». Эти люди успокаивают себя тем, что поскольку Бог не видим, значит Он и не существует. Они забывают, что не только Бога нельзя видеть. Человек не способен видеть электроны, протоны, электрический ток, рентгеновские лучи, радиоактивное излучение, радиоволны. Нашему глазу недоступны такие также мысль, память, радость, любовь, печаль и тому подобное. Так что же получается, нет электронов, не существуют рентгеновские лучи, не бывает как таковых радости или любви от того, что все этого мы не способны увидеть? И здесь может быть такое возражение, что, мол, Электроны или протоны, хотя они и невидимы для глаза, могут быть обнаружены с помощью соответствующих приборов. Это верно. Ну а что касается Бога, то религия не говорит, что человек не способен его обнаружить. Очень даже способен. Истинно верующий человек реально ощущает Бога своим богоподобным духом, живет в тесном духовном единении с Ним. Тот, кто говорит, что он уверует в Бога, если увидит его, должен знать, что наш глаз способен рассматривать только материальные вещи, а Бог нематериален. Если глаз не может смотреть даже на солнце, не выносит силы тварного света, то что было бы с ним, если бы он увидел сияние божественного света? Наши глаза и наша мысль не способны объять беспредельные просторы Вселенной и неисчерпаемые глубины микромира. Так стоит ли недоумевать, что тот, кто создал макромир и микромир, великий бог, сокрыт от человеческого глаза и человеческого ума? Когда мы говорим, что бог нематериален, то этим мы хотим сказать, что бог есть дух. Какова сущность духа вообще? Некоторые под словом «дух» понимают дыхание жизни, а то и сам воздух. Их заблуждение очевидно. Другие втискивают необъятное для нашего ума понятие «дух» в тесные границы своего мышления. Однако не следует забывать что того, что человек не способен вообразить своим разумом естество вечного Духа Божия. Тот, кто стремится конечным умом познать бесконечный Дух Всевышнего, напоминает человека, пожелавшего вместить океан в пригоршне или пытающегося вдохнуть сразу, весь воздух. Формирование первоначальных представлений о духе надо начать с того, что дух отличается от всего вещественного, чувственного. Сталкиваясь в повседневной жизни с материальным миром, мы знаем, что всякое физическое тело состоит из частей, ограниченных в пространстве, подлежит изменению, подвергается разрушению или тлению. Дух не имеет массы, веса, геометрической формы и размеров. Дух не видим, не осязаем, телесными чувствами и физическими приборами, не подвергается разложению на составные части, подобно бренному телу, ибо по своей сущности дух – простое естество. Эти свойства и еще некоторые другие являются общими и для Духа Божия, и для духовных существ ангелов, и для, для человеческого Духа. Дух же Божий в силу своего всесовершенства характеризуется прежде всего тем, что он ни от кого и ни от чего не зависит, ничем не связан, не имеет никаких границ как в пространстве, так и во времени. Он вечен, всегда постоянен, всегда одинаков, всегда свободен. Он повсюду бывает одновременно. Для него нет ни прошлого, ни будущего. И прошлое и будущее для Духа Божия всегда как настоящее. Бог все видит, все слышит, все знает. В отличие от материальных тел, сложных построению, Божие существо простое, не причастно ни к малейшей сложности и не подлежит делению на части. Свойство Бога неотъемлемыми свойствами Духа Божия является самобытность, неизменяемость, всемогущество, всеведение, ведесущность вечность, святость, праведность, милосердие, любовь и тому подобное. Бог есть существо самобытное. Он ни от кого и ни от чего не зависит по своему бытию, а поэтому свободен от каких-либо перемен. Все условия своего бытия Бог имеет в себе самом. Бог неизменяем в своем существе, в своих силах и совершенствах, во всех своих качествах. Он не подлежит переходам из лучшего состояния в худшее или из худшего в лучшее, потому что он всесовершенен. Тварный мир постоянно изменяется, жизнь Бога не подлежит изменениям. Бог, как чистейший дух, не ограничен никакими пределами пространства и с собой все наполняет. Бог присутствует везде, вездесущее Божие надо понимать в таком смысле, что Бог пребывает везде, всегда и всецело. Бог есть весь во всем, но вне и выше всего равное великому и в малом. Подобно тому, как душа присутствует в каждой части человеческого тела, так и Бог присутствует во всех частях Вселенной. Бог выше всякой пространственности. Он существо необъятное, неограниченное, неизмеримое. Бог всюду присутствует не только своими действиями и силами, но и своим, самим своим существом. Что Бог везде присутствует, мы знаем но как не постигаем, потому что нам известно только присутствие чувственное, и не дано разуметь вполне естество Божие, говорит святитель Иван Златоуст. Бог вездесущ. Почему же тогда говорят, что Он живет на небе? Согласно христианскому учению, Господь Бог, хотя и присутствует всегда на каждом месте, но есть и отличная от всего тварного бытия непостижимая область, в которой пребывает трипостасный Бог. Это та область бытия Божия, которую имеет в виду святой апостол Павел, когда говорит, что Бог 1 Тимофея 6,16 обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Запредельную недосягаемую, недоступную для всех тварных существ область бытия Божия называет небом, небес или престолом Всевышнего. Бог все может. Все естественные, и сверхъесте... все естественные и сверхъестественные силы подчинены Богу. Всемогущество Божие заключается не в том, что Бог может делать все, что нам вздумается, а в том, чтобы делать все, что не противоречит природе божественной. Если Бог хочет вещества, если Бог хочет, вещества приобретают противоположные свойства. Такими словами подтверждает истину о всемогуществе Божьем, преподобный, преподобный Ефрем Сирин. И он же пишет, «Бог непостижим в своем могуществе. Он мог явить в творение нечто большее, но совершил в них только то, что оно, они способны вместить». Всемогущий Бог имеет беспредельную силу все производить и на всем владычествовать, поэтому его называют всесильным, вседержительным. Своим могуществом Бог промышляет о творении и владычествует над ним, совершая чудеса. Бог бесконечен в разуме своем. Разум Божий можно рассматривать с двух сторон. Как сам в себе, что приводит к понятию всеведения Бога, так и в отношении к действиям Божьим, где мы получаем знания о высочайшей премудрости Бога. Под всеведением Божьим следует понимать то, что Бог совершеннейшим образом знает себя самого и все вне себя. Бог знает все прошедшее, настоящее, будущее, все возможное и случайное, даже условное, что может случиться только при определенных условиях. Бог знает все действия каждого человека, которые еще будут совершены в будущем. Такое знание называется Божьим предвидением. Бог, хотя и знает, что каждый человек должен сделать, но он не стесняет свободу воли человека, когда тот, например, совершает злые дела. У Бога нет насилия над свободой воли человека. Предвидение же Богом того, что человек сделает по своей воле свободной воле, не стесняет человеческую свободу, поскольку в Божьем знании об этих действиях человека не есть причина, производящая действия. Бог потому и предвидит, что так сбудется. В предвидении Божьем нас особенно убеждает имеющееся в Священном Писании немало число предсказаний будущих случайных действий человеческих, о которых было предсказано за сотни и тысячи лет до их исполнения. Премудрость Божия есть бесконечный разум Божий, рассматриваемый с деятельной стороны и выражающийся в знании Богом наилучших целей и совершеннейших средств для их достижения. Бог имеет волю, которая ни от чего постороннего не зависит, она совершенно свободна, Мир был приведен в бытие не по какой-либо внешней или внутренней необходимости для Бога, а единственного по Его свободному изволению. Господь Бог не ограничен в своей святости. Будучи сам святым, Бог требует и от людей святости. Левит 1.45 Итак, будьте святы, потому что я свят. В силу своей святости Бог не может идти против самого себя и своей святой воли. Бог не нарушает свободу воли своих разумных созданий, которым Он даровал ее. Поэтому Господь и препятствует своим созданиям, когда они приступают Его волю. Наряду с разумом и волей Бог имеет также и чувства. С точки зрения своих чувствований Бог обладает всеблаженством и бесконечной благостью или любовью к тварям. Все, бл... Все блаженства Божие означает то, что стремление Бога к бесконечному благу совпадает с самим обладанием им, и что Бог ощущает наивысочайшее блаженство от согласованного... согласованного действия всех сил и свойств своей бесконечной природы. У псалмопевца Давида мы читаем. «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15, 11. Бесконечная благость или любовь Божия к тварям является еще сущностью, ибо Бог есть любовь. 1 Иоанн 4,16 Неизреченная любовь побудила Господа создать мир и непрестанно промышлять о нем. Псалом 144.9 Благ Господь ко всем, и щедрот его на всех делах его. Высшим проявлением благости Божией явилось дело искупления, 3.16 Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 1 Иоанна 3.16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Римлянам 5.8 Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 1 Иоанна 4.10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог беспределен в своем человеколюбии. Из бесконечного человеколюбия Божия вытекает милосердие и сострадание, которое означает, что Бог любит как послушных, так и непослушных сынов человеческих. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5.45 Божие милосердие и сострадание неисчерпаемое и выше нашего понимания. Однако Бог никогда не бывает равнодушным перед грехом и не может защищать его. Если же грешник чистосердечно раскаивается во грехе, Бог прощает его. Милосердный Господь, долготерпелив грешникам, ожидая их покаяния, но при этом не следует забывать, что Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Книга Наума, Пророка, 1.2 Когда читаем о гневе или ярости Божией, мы должны представлять их не по подобию человеческому возмущению, но достойно Бога, который чурт всякого возмущения. Под этим мы должны понимать, что Он судья и мститель за все неправедное в этом мире. Боясь воздаяния, мы должны опасаться делать что-нибудь против Его воли, пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. В том, что в мире существует зло, вины Бога нет. Зло имеет своей причиной грех, который есть преступление воли Божией разумным существам, обладающим свободной волей. Подобно тому, как тьма – это отсутствие света, так зло – это удаление от Бога. То, что обычно называют злом в физическом мире, например, болезнь, неурожай, наводнение и так далее, не есть зло в истинном смысле. Такие наказания от Бога, посылаемые человеку, служит и к ему духовному нравственному исправлению, и поэтому заключает в себе силу добра. Зло же в подлинном смысле это грех, беззаконие, удаление от Бога. Зло не имеет в себе самостоятельного начала. Оно появилось в мире после отпадения от Бога части возгордившихся ангелов во главе с Деницей, которые стали олицетворением всякого зла, ненависти и Невидимый Бог может проявлять себя и в видимом образе. Иоанна 1.32 «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя», — говорит, например, святой пророк иван Креститель. В Ветхом Завете Господь многократно являл Себя видимым образом людям. Но при этом каждый раз человек видел Бога не таким, в каком он есть и по своему естеству, но таким, какой Господь желал открыться себя людям. В дни земной жизни, воплотившегося Сына Божия, люди видели Его в образе человеческом, ибо Он, Господь Иисус Христос, есть Бога-человек и Бог и человек. В скобках. Будучи истинным человеком, Христос имеет такую же плоть, какую имеют и все люди. Но тот факт, что Христос имеет человеческую плоть, не означает, что Дух Божий имеет руки и ноги ту еще, голову, глаза, уши и прочее, относящиеся к человеческому телу. Священное Писание нередко встречаются в Священном Писании, нередко встречаются предписывающие, приписывающие Всесовершенному Духу Божию свойства человека. Так, читая Библию, можно подумать, что Бог не в смысле Иисус Христос по своему человеческому естеству, а Бог, как все совершенный дух, по-человечески видит, слышит, что-то делает руками, ходит и тому подобное. Все такие выражения следует понимать не буквально, а в переносном смысле, как и иносказание, употребляемое для понимания человеком действия естества Божия, Духа Божия. Так руки Господа означают его всемогущество. Помощь – защиту. Очи – всеведение. Что Бог все видит, уши, что Он слышит все голоса и звуки, означают сокровенные помыслы каждого человека и так далее. Святитель Григорий Назианзин так говорит о телесных определениях, используемых при рассуждении о Боге. По Писанию Бог спит. Псалом 43, -24 пробуждается в Псалом 7.7, гневается в второзаконии 1.17, ходит под именем и имеет, ходит и имеет престолом Херувимов, Исайя 37.16. Но разве Бог подвержен немощам? Разве Он есть тело? Ясно, что здесь представлено то, чего нет в самом деле – Соразмеряясь со своими понятиями, мы назвали и божественные словами, взятыми из своего опыта. Когда Бог по известным только Ему самому причинам как бы прекращает свою заботу от нас, мы говорим, что Он спит. Как наоборот вдруг начинает благодействовать, а значит и Он пробуждается. Он наказывает, и мы говорим, гневаемся. Он действует то здесь, то там, то по-нашему Он ходит быстро, нелицемерно. Итак, всякая другая... Он ходит быстро, движется, летает. Обращенность к нам мы называем лицом, даяние и приятие рукою. Итак, всякая другая Божья сила и всякое другое Божие действие изображены у нас чем-нибудь взятым из опыта человеческого. Для лучшего понимания Бога как всесовершенного Духа мы приведем некоторые высказывания христианских мыслителей, просвещенных от Духа Святого. Преподобный Симеон Новый Богослов, размышляя о непостижимости Божией, пишет: Простой, не имеющий составных частей подобное вещество, все наполняющий, совершенно неизобразимый, невещественный, неописуемый, ты весь непостижим. Как станем утверждать, что ты восседаешь или на каком престоле, когда в руке ты содержишь небо и землю, и все, что под землей? Они твоей уже держатся силою. Какой престол вместил бы тебя, или какого рода храм? Кто совершенно постигнет тебя? Коре людям и всякой твари, тварной природе, дерзающей следовать такое в Боге, прежде чем не будет она озарена, просвещена прежде чем не узрит божественных проявлений и не сделается созерцательниц Таинств Христовых, которых даже апостол Павел, увидев, совершенно не мог высказать. О самом же Боге он не удостоился ничего большего услышать, постичь или усвоить, кроме того, что Он есть Сущий Бог всех и Создатель, Творец и Податель всего Сущего и Существующего. Мы же, несчастные, заключенные во тьме и помраченные греховными удовольствиями, не знающие самих себя, погребенные страстями, слепые и мертвые, каким образом бываем одержимы желанием познать истину сущего, безначального, несознанного Бога, единого бессмертного и для всех невидимого, и говорим о Боге, как будто знающие, будучи удалены от Него». Ибо если бы соединились с ним, то никогда не дерзали бы говорить о нем, видя все, что у него неизвечено и непостижимо, и не только касающееся его самого, но и дел его, в большей части неведомых для всех.